существуют определенные законы любви. Мы с вами, когда-то у нас тема отдельная была по законам любви, мы говорили. Но любовь, если обобщить в целом, да, вот один такой, вот одним законом выразить любовь, как это можно выразить, как он будет звучать, этот закон любви? Закон любви – это закон творческой отдачи. И все, что ты отдаешь людям, любя их, снисходит к ним, подобно ручьям с гор, посылает тебе жизнь. То есть что излучаешь, то и получаешь. То есть закон творческой отдачи. Все, что отдаем, получаем в 10 раз, а то и в 100 раз, а то и в миллион раз больше.